Хеллоу, народ, с вами как всегда Винтер, и сегодня я хотел бы рассказать вам о 5 самых лучших и интересных хорроров в Роблоксе. Они не обязательно будут по страшности, то есть они не все будут именно очень страшные. Я хотел бы просто вам рассказать о интересных и фановых хоррорах, которые вы могли бы поиграть с вашими друзьями и, конечно же, немного напугаться. Если вам интересна данная тема, то прямо сейчас прожимайте лайкос и подписывайтесь на мой канал, если все еще этого не сделали. Также прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео такого формата. Кстати, если вы хотите еще одно видос по топ-5 хорроров, то давайте наберем на этом ролике 65 лайкосов, и тогда я сделаю еще один видос по этой теме. Обязательно, ребят. Ну что ж, давайте уже переходить к 5-му месту в наших хоррорах. Ну а первая игра в нашем списке лучших хорроров, на моем мнении, это The Rake Classic Edition. В этой игре вы ходите по лесу и скрываетесь от Рейка. Да, Рейк — это такой довольно-таки страшный монстр, ребят, и если вам кажется, что эта игра не страшная, то поверьте мне, она очень страшная. Здесь вы можете включать электричество. Ага, я понял, ребят, здесь есть ночь определенная, и как только она заканчивается, нам дают поинты. В общем-то, мы бегаем по всей карте, ребят, и убегаем от Рейка. Здесь также есть дома, в которых мы можем прятаться, и другие разные здания, в которых мы можем спрятаться от Рейка. Но, тем не менее, Рейк может нас догнать, ребят. Потому что он может ломать дома и крыши, ребят. Думаю, что вы многие знаете этот режим, поскольку некоторые ютуберы его снимали. О, кстати, здесь магазины, за которые мы можем купить что-либо за поинты. В общем-то, игра действительно интересная и всем советую сыграть. Ну а следующая не то чтобы страшная, а больше фановая игра. И это The Scary Elevator. Здесь различные киллеры есть. И, кстати говоря, вот это вот киллеры, которые были добавлены в хэллоуинском ивенте. Эта игра мне очень нравится, поскольку она очень интересная, ребят. И здесь бесплатный боевик, кстати, прикольно. Вот здесь вот показан весь список киллеров, которые есть в этой игре. И мы, ребят, заходим в данный элеватор. Здесь, ребята, сейчас будет у нас Джек. В общем-то, суть этой игры такова. Мы постоянно высаживаемся на различных этажах. И на каждом этаже какой-то киллер, ё-моё, он меня убил. И причем эти киллеры довольно-таки страшные, ребят. Поэтому даже у многих из них есть скримеры, поэтому это довольно-таки страшно. В общем, думаю, вы поняли суть данной игры. И думаю, что многие даже из вас знают этот режим. Поэтому, ребят, мы переходим уже к третьему месту. Ну а следующая игра — это Stop It Slender. Здесь вы спавнитесь на различных картах, и вам нужно убежать от Слендера. Да, кстати говоря, Слендер играет настоящий игрок, поэтому вам не будет скучно, если вы будете играть с друзьями. Здесь нужно собирать различные записки, а также включать генераторы. И если вы включите, допустим, все генераторы или же соберете все записки, то вы победите и убежите от Слендера. Сам хоррор довольно-таки страшный, поскольку от Слендера убежать не так уж и просто, тем более, что это настоящий игрок. Вот как-то так выглядит записка, и вы должны их собирать. Собственно, хоррор довольно-таки интересный. Здесь вы можете покупать различные скиллы. Также вы можете покупать скины на Слендера. То есть, если вы играете за Слендера, то у вас будет другой вид. Ну что ж, ребят, на этом мы будем заканчивать. Если вам понравился данный ролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был как всегда Винтер, и всем пока-пока-пока!